Дата 26 красавіка 1986 года поделила историю Наравлянского района на «да» и «пасля». Никто и уявить себе не мог, что этой весной життё людей изменится назавсёды. Мне тогда было 17 лет. Я не понимала трагедии, которая в самом деле произошла, и масштабов этого события не могли оценить тогда. Но то, что люди покидали свои насиженные места, покидали деревни, коллективно уезжали школы автоколоннами в другие места, более безопасные для жизни и здоровья детей. Это было. У вынику аварии на Чернобыльской АЭС с карты Наравлянского района зникло больше, як 30 весок. С господаршего обороту выведено каля 20 тысяч гектаров земли. Колькость населения у вынику отселения скоротилась амаль утроя. Про 30 годов люди не забыли минулое, але с упевненностью глядять у будущую. Будуется жилье, открываются новые вытворчести. Так на этом тыдне плануется за запуск новой линии на градоутваральном предприемстве фабрицы «Червоный Мазыранин». Агульный кошт проекта – 26 миллиардов рублей. Это будет универсальная линия, которая будет выпускать пастилу, суфле, сбивные конфеты, двухслойный мармелад, двух-трехслойный мармелад, а также будут конфеты двух-трехслойные. Вот, значит, выпуск будет 300 килограмм в час. Значит, увеличится выход пастилы, пастила пользуется большим спросом, и мы надеемся, что мы удовлетворим все потребности покупателей. Представники Федерации профсоюзов высоко оценили якость солодкой продукции, шансы предприемства на айчынным и замежных рынках. После отбылась встреча с жыхарами, где им подяковали за пленную працу. Самым урочистым моментом стало вручение сертификата на 300 миллионов рублей керавництву Центральной районной больницы. Для закупки мебели для палат, там, где пребывают детки, там, где мамы, вот эти средства именно туда и будут направлены. То есть будем покупать кровати, будем покупать мягкий инвентарь, будем покупать тумбочки, столы, ну и все, что необходимо. Оборудуем игровую комнату для деток, ковер купим. То есть вот такое, чтобы повысить комфортность пребывания пациентов именно в детском отделении. За поспеховую работу по переодолению наступства аварии на ЧАЭС гоноровую грамоту Федерации профсоюзов отримал старшиня Наравлянского райвыконкама Валерий Шляга. Если подводить какой-то итог, ну мы все вместе. И это, наверное, самый главный девиз. И это девиз профсоюза, потому что у нас в основе нашей это солидарность во всем. Если какие-то проблемы, мы преодолеваем вместе. Если какие-то радости, мы радуемся. Все вместе, мы все в этой жизни делаем вместе. Вот этот залог, это залог успеха тогда во всем. Если мы будем вместе, значит мы будем во всем преуспевать. У нас все будет получаться. Дмитрий Котов, Сергей Лукашук, телерадиокомпания «Гомель», Наравлянский район.